Эта стройка решит проблемы не только пациентов, но и жителей ближайших домов. Рядом с новым корпусом Барнаульской поликлиники номер 14 начали возводить парковку. Первоначально проект предусматривал всего лишь 30 парковочных мест, из которых 16 отводилось пациентам. Если мы посмотрим на масштабы поликлиники, рассчитанные на 900 посещений в смену, мы понимаем, что это проблема не только для пациентов, но и жителей ближайших домов. Соответственно, мы задавали вопросы на уровне города, края, нас услышали, выделили земельный участок рядом с поликлиникой, 5000 квадратных метров. Парковка рассчитана на 174 машины. Если прибавить те 16 парковочных мест, которые были в проекте изначально, получается на участке поместится 190 машин. На все работы из краевого бюджета выделено 18 миллионов рублей. Сегодня на площадке уже разровняли грунт, возводят канализационные люки, чтобы избежать луж на парковке. В перспективе здесь же появятся деревья, освещение. Если погода не подведет, я думаю, что в течение 2 недель мы должны завершиться. Потому что все равно мы уже уходим на месяц октябрь, мы должны понимать, что погода дает последнюю возможность выполнить все работы намного быстрее. В общем, мы будем стараться это сделать, естественно, не навредив качеству, и чтобы в срок все выполнить. Не исключено, что в ближайшее время для удобства пациентов напротив поликлиники обустроят остановочные павильоны. Кстати, подрядчик, который работает на этом объекте, ранее уже строил парковку для медицинских организаций на Лебедевского. Но подобных площадок, которые обустроены для учреждения первичного звена здравоохранения, в крае больше нет. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком.